До Дніпра напередодні евакуювали 1600 мешканців Ізюму. Людей з-під обстрілів вивозили автобусами. Частина евакуйованих залишиться на Дніпропетровщина, а частина поїде далі на Західну Україну до Львова. Люди розповідають, вони понад тиждень жили без опалення, без світла і фактично без мобільного зв'язку. А виїжджати довелося просто під прицілом і під обстрілами рашистських окупантів. Нету никакой связи телефонной. Мы узнали, вроде бы какие-то автобусы, эвакуация, вывозят людей. Но мы уже случайно вышли. Мы каждый день надеялись, что это все закончится. Даже летели самолеты, там где-то рядом взорвалось, у одного автобуса выбило стекла. Изюм разгромили прям половину этой. Местные жители пооставались в частных домах. Это все очень страшно. Мы жили в центре города. Гасили день и ночь. И днем, и ночью все стреляют, грады бьют.